Вот скажите, сколько в городе Магнитогорск улиц, которые заканчивают свою нумерацию к Уралу? Не так уж и много, кстати. Вокзальная, то же самое, от Тудова и 135, или там 136 уже к Уралу. Вот. И Советской армии. Вот от Тудова и вот до Сюдова. А здесь находится улица Советской армии 55. Вот. Но мы же приехали сюда, чтобы вам показать не только эту улицу Советской армии. Мы сюда приехали вам показать новый сервис «АвтоВосток». Так вот, «АвтоВосток» располагается здесь же, на улице Советской армии 55Б. Чтобы это заметить, необходимо подойти сюда и посмотреть вот туда. И вы сразу в этом убедитесь. Что же такое «АвтоВосток»? Давайте зайдем и посмотрим. Итак, новое правило и новое место. В чем же новое правило? И вы наверняка помните наши репортажи о магазинах «АвтоВосток». Их-то целая сеть. И сегодня владельцам корейских автомобилей и GM вообще волноваться не стоит. И вы прекрасно понимаете места, где есть для вас все, и это «АвтоВосток». Но вот с некоторой поры тот, кто владеет сетью, начал понимать тех, кто по каким-то причинам, ввиду занюханности мужичков с именем слесари, начали ломать запчасти. Я, конечно, понимаю он их, слесарюк-то у нас хватает, и по сути я даже не понимаю, откуда они берутся. Но как же с деталями-то? Я лично свои детали предпочитаю ставить сам. И на слесарюгах я нахватался, и хватизны этой у меня достаточно. Но где замечательные эстакады? Где тепло, очень нам необходимое 9 месяцев в году? А нету. А здесь есть тепло и грамотные специалисты. Кстати, грамотеи. Если вы хотите, чтобы я показал, пинайте шефа. Он позвонит по моему телефону 8-952-526-68-65. И я к вам приеду. Ну а вы наверняка поняли, куда я приехал. Места таких немного. Я в большей части вам показываю, где это ставится. Я здесь не впервой, но место-то хорошее. «АвтоВосток». Итак, новая точка, магазин «АвтоВосток». Но это не просто точка, где вы можете запчасти заказать. Здесь можно запчасти установить. Также осуществить ремонт автомобиля вашего. Если у нас нету запчастей, тех, которые вам нужны, мы можем их привезти с наших магазинов. Имеется большой выбор автомобильных запчастей на складе здесь. Также можно будет привезти запчасти под заказ. Ремонт осуществляется качественно, быстро, ну и по приемлемым ценам. Я посмотрел, у вас еще и масла здесь хорошие, Кома, Шелл, Кастрол, Мобил. Да, имеется это большая линейка масел, в основном это Мобил, разливное масло, а также Шелл, Кастрол. Они все сертифицированные масла, все разливное и все хорошего качества. А какие машины все-таки лучше к вам приезжать? Какие машины? Ну, в основном у нас основной поток автомобилей – это Opel, Chevrolet и Deo. Ну, Kia, Hyundai, опять же. Ну и беремся за то, что как бы многие не могут взяться. И чтобы вы поняли, и не только для корейцев. Масло меняем здесь. Цены правильные. Все, что можно сделать с подвеской, опять же здесь. И для корейцев, и запчасти, и для GM-ов. В некоторых случаях за запчастями съездит дивно машина. Мы вам ее как-то показывали. В большинстве случаев вы можете здесь же все время и провести. Ну а если времени потратите побольше, то до маршруток здесь 3 секунды дойти. А так место хорошее, место правильное, да и найти его легко. Улица Советской армии, 55Б. Да как сюда приехать-то? Я сколько раз объясняю. Есть несколько мест, где я бы прописался, понимаете? Автостоп, он работает для вас. Я, конечно, понимаю, что я бы хотел показать и работников комбината, но меня туда почему-то не пускают. Вот поэтому я показываю то, что работает, опять же, для автолюбителей, для тех, у кого есть машины, вы понимаете, да? Дилеры со мной почему-то не хотят общаться, я точно не понимаю, хотя уже обращал внимание, что говорю, дилеры, у вас же есть там, ну если денег нету, можно всякие машинки мне дать. Вот, почему бы и нет? И опять тишина, и я вообще не понимаю, что такое дилеры. Вот, мы покажем вам места, где цены не дилерские, потому что дилеры — это какая-то штука весьма веселая. Я потом расскажу. Вот, цены не дилерские. Где? В «АвтоВостоке», естественно. Как сюда заехать? Да очень просто. Советская армия, 55Б. О, местечко. Приезжайте на корейских автомобилях, и, кстати, на «Опелях» в том числе, и до «Шевролетах», и все это делаете, причем делаете все прямо здесь.